Гостеприимство. Режим гостеприимства. Термин 301 истории Древней Греции и Древнего Рима. Итак, гостеприимство. Начнем с определения. Гостеприимство – это общественное явление, предполагающее предоставление гостю защиты и заботы. Гостю – это значит чужому человеку, чужаку. Притом гостеприимство распространено практически во всех культурах и во все временные периоды, от древности до наших дней. Очень много толкований для гостеприимства, причем акцент может делаться на самых неожиданных моментах. Так гостеприимство может пониматься как присущее отдельному человеку качество, или отдельной группе, или отдельному народу, нации, народности и так далее. Притом гостеприимство отражает положительное отношение и щедрость к принимаемым гостям. Отсюда гости принимают, принимавство или гостеприимство. Но гостеприимство может выступать и отраслью предпринимательства. Здесь ориентация на предоставление услуг гостеприимства. То есть услуг туристам, путешественникам, командировочным, которые находятся вдали от собственного дома, но имеют потребность для остановки, ночевки и так далее. Зарождается институт гостеприимства еще в период первобытного общества. Связано это было с необходимостью избежания конфликтов, прежде всего связанных с совместным использованием природных средств, природных ресурсов. Позднее традиции гостеприимства принимали характер норм обычного права. В средние века одной из функций гостеприимства стало обслуживание знати зависимыми людьми. Выделялись такие виды гостеприимства, как дружеское гостеприимство, гостеприимство церковных институтов, где преобладали религиозные нормы приема гостей. Третье – королевское гостеприимство или сеньориальный постой. И, наконец, четвертое – это возмездное или обезличенное гостеприимство постоянных дворов. Далее это будут гостиницы, ресторанно-гостиничные комплексы в настоящее время. Надо сказать, что в настоящее время гостеприимство характерно также для большинства народов, как культурная традиция, а также как основа индустрии сервиса, связанного с обслуживанием гостей. Спасибо за внимание. Следующий 302 термин будет посвящен понятию ремонтирования. До свидания.